Здрасте, и мы сегодня будем, будем закачивать «Привет, сосед». И это не так легко же. Письмо получил ты, где зовут, в дом родной, не печалься, но день этот не твой. Близится конец счастливым днем, творец, посмотри, как оживут те трупы, что ты бросил, тут насломали, истощали, но вот не уйдет обмануть. В четырех стенах остались души утекать, чернила стали выцветать, наступило время отвечать, сказал. Это хороший сайт для закачивания. Нажимаем «Скачать». Бесплатно не работает. У вас будет потом нажимать и скачивается. Потом, когда закачается, правда там наверху будет, ну как у вас, я не знаю, но лето. Заходим, скачиваем файлы. Вам будет там закачано одно приложение. Вы не бойтесь, вы его закачиваете. Там будет типа закачка «Привет, сосед». Когда вы закачаете, вы там наверху нажмете. Вы его закачиваете, и там наверху будет. Нажимаете, потом выполнено. Наверху нажимаете, и оно закачивается, потом у вас диалог, просто установить, и все. У вас закачался «Привет, сосед». Если вам непонятно, то я могу потом подробно рассказать. А кто слушал, молодец.